Приветствуем вас на канале Арсарма. Сегодня у нас в программе пояс базовый. Это самый простой и бюджетный из всей линейки поясов в компании, но в то же время он самый легкий. Немножко о материалах, из которых изготовлен пояс. Прежде всего, это 500-я кордура и оригинальная американская жаккардовая стропа. Fastex Nexus, также Америка. Fastex имеет двухстороннюю регулировку. Соответственно, оба конца стропы имеют хлястики из велкры, необходимые для закрепления свободного конца стропы после регулировки. Армированные нитки Т-700. Поговорим об особенностях пояса. Как уже было ранее замечено, пояс крайне легкий. Его вес всего 200 грамм. Помимо дюймовых строп, также предусмотрена 5-сантиметровая стропа для закрепления различных набедренных панелей и кобур. Изнутри пояса 3D-сетка для вентиляции. Кроме того, присутствуют вертикальные воздушные каналы, которые не только помогают циркуляции воздуха, но и придают поясу гибкости для лучшего облегания по фигуре. Ну и традиционная пожизненная гарантия на все изделия от Арсарма.